Райан, ты должен доставить контрабанду в целости и сохранности на берег. Стоять на месте. Вы арестованы. Это именно он. Год назад я нашел его в море, выжившего после битвы с пиратами. Он рассказывал, что плыл вместе с Джоном Миллером. Это правда? Да. Я сражался в битве, и меня выбросило за борт. Поэтому я остался жив. Жалко только, что Джон так глупо погиб. Джон теперь самый настоящий пират. Вместе с Джеймсом Терри он взорвал корабль капитана Уильяма Рейна и за последний год совершил больше десятки набегов на наши приморские порты. Я уже не говорю о том, сколько торговых кораблей они вместе захватили. Так Джон жив? Это ненадолго. Его повесят, как только схватят. Но сначала надо их найти. Вы же слышали легенду о городе погибших кораблей? Еще бы. Все Карибы только об этом и говорят.
Но я не понимаю, при чем тут это? Сейчас поймете. Джон Миллер и Джеймс Терри знают местонахождение этого города. Мы не можем дать пиратам шанс завладеть там всем золотом. А поверьте, золота там немало. Мои шпионы докладывают, что вся их команда отправилась на затмение в Каракарас. Я предлагаю вам работу на Англию и на меня. И тогда вы останетесь живых. И, возможно, вы получите часть того золота, что таится под затонувшими кораблями. В противном случае вас повесят как контрабандиста. Что скажете? Нет. Вы отказываетесь? Мне нужна другая награда. Вы адмирал-губернатор на Карибском архипелаге. В вашем подчинении множество городов и кораблей. Это так. Конкретней. Что вам нужно? Пост губернатора Барбадоса и знатный титул. Идет. Мы плывем в Каракарас. Я могу вас высадить в шлюпке недалеко от берега. Неужели? Вот так просто отпустишь меня? Нет. Ха, я так и знал. Чего хочешь взамен, пират? Я хочу знать, кто такой на самом деле Джеймс Терри. Он тебе не рассказывал? Джеймс Терри – самый опасный пират в этих водах, не считая Николаса Шарпа, конечно. Он не силен в тактике, но зато обманывает и окутывает ложью других людей лучше, чем кто бы то ни был. Вот увидишь, он убьет тебя, когда пройдет время. Ты лжешь! Мы никогда не предаем своих! Мы – береговое братство! Ха-ха, братство! Пустые слова! Каждый пират сам за себя. Каждый вне закона. Много ли ты видел честных пиратов, Джон? Нет. Только одного. Алмазный глаз. Ты верно думаешь... Джон! Что? Палач на горизонте! Что ему тут надо? Мы же договаривались встретиться в Лунной бухте возле Каракараса. Какой сигнал подать? Пусть швартуются. Капитан, следуйте за мной. Ричард, шлюпку с кормы, быстрее! Я не знаю, что сказать.
Просто садитесь в шлюпку. Джон, напоследок. Джеймс – один из последних пиратов, кто знает тайну из Латесора. Спроси у него правду, когда захочешь удостовериться в моих словах. Что за Исла Тесора? Джон! Палач пристыкуется к правому борту. Хорошо. Всю боевую команду на верхнюю палубу. Планы изменились. Срочно, всю команду на затмение. Идем на одном корабле в Каракарас. Брэнджан, отведите палач и испанский корабль на Тортугу. Что случилось, Джеймс? Пойдем на всех парусах в Каракарас. У нас в запасе максимум 2 дня, поэтому не будем медлить. Белтран! Отшвартоваться, поднять паруса! Давить дополнительные на носу и корме. И шкоты натянуть. Быстрее, свиньи морские, а не то заставлю плыть на берегах с акулами.